даже не по походному, куда хуже. А чё, у нас и палатки не будет. Поддержал наступление товарища Ресинкин. Мужики, отступил Федор Петрович. Я не знаю. Мне сказали, вас сюда отвезти. Вероятно, уже засада. Ограничение 90. Давай. Чего, товарищ прапорщик, тут будем? Евстрихин скривился. Селить людей в таком месте, это уж даже не по походному, куда хуже. А чего, у нас и палатки не будет. Поддержал наступление товарища Ресинкин. Мужики, отступил Федор Петрович. Я не знаю. Мне сказали, вас сюда отвезти. Вероятно, мы уже засадим.